Привет всем, друзья! Рад видеть вас на очередной встрече. У нас снова дриллинг. Сегодня мы с вами точим волны. И маленькая такая штучка, регулярная волна, но будем делать акцент на первый счет. То есть на раз мы будем делать своего рода взрыв такой, вот, знаете, энергетический. То есть на раз мы взрываемся, на два, три, фо, волна продолжает свое движение по вашему телу. Здесь есть два подводных камня. Первый вариант, это когда вы на раз, и вы начинаете волну с ладони. Здесь, в принципе, сложностей каких-то не должно возникнуть. Единственное, следите, чтобы руки сильно не сгибались, иначе будете похожи на птеродактиля, да? Второй вариант, это когда вы начинаете движение волны из ваших плеч. Вот здесь, как правило, очень легко сбить дыхание, будет немножко дискомфортно. Поэтому я вам советую немножко голову вытащить вперед, руки поставить вот в стороны, не наверху, а словно лежат на невидимой такой вот перекладине, да? Раз, рука поднимается на высоту плеча, накручивается, три, фо мягенько доходит до плечика, раз, два, три, фо. Руки не выкручиваем никуда в диагонали, хорошо видно зрителю. С правой руки. Три, фо. Раз, два, 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 три, фо. Раз, два. Делаем вместе с нами. Три, не торопимся. Раз, два, три, раз, раз, три, раз, три, раз, три, раз, три, раз, три, точка, два, три, стесняемся. Два, три, раз, два, три. На первый счет. Раз, два. Раскручиваем. Раз, два. Мягенько. Бум. Два, три, фо. Вверх. Три, фо. Раз, два, три, фо. Три, фо. Три, фо. Взрыв. Мягко волна продолжает. Фу, фу, мягенько. Фу, два, три, фу, фу, два, три, фу, раз, два, три, фу, раз, два, три, фу, раз, два, три, фу, раз, два, три, фу. Руки не скукоживаем, шире, фу, два, три, фу, фу, три, сильно руку не задираем. Три, фу. Улыбаемся. Давайте, давайте вместе с нами. Следим за ладошками. Три, фу, два, три, фу, фу, два, три. Шире руки. Фу. Еще первый счет. Удар, волна идет по руке. Высоко руку правую не зарываем. Раз, два, три. Жестче первый счет. Два, три, два, раз, два, три, два, раз, два, три, два, раз, два, три, два, раз, два, три, раз, два. Я знаю, что вы уже устали, но тем не менее продолжаем. Три, два, раз, два, три, раз, два, три, три. Жестче. Три. Все получится. Три. Правую руку сильно не задираем наверх. Фу. Фу. Три. Фу. Три. Раз, два, три. Фу.
Все напряжение на кончиках пальцев. Фу. Пум. Три. Фу. Первая долька. Три. Фу. Раз, два. Руки у нас по швам, в стороны. Значит, честно вам скажу, та боль, которую вы поначалу будете испытывать, это как бы благородная боль. Это боль вашего роста. Значит, если вы не испытываете боли, но делаете, да, боль должна быть разумная, сразу хочу оговориться, да, и, конечно же, нужно тело сперва размять, либо разогреть. Значит, мы разогреты, потому что мы уже снимаем не первое видео за сегодня, но тем не менее. Старайтесь доводить все до конца. Вот трек играл порядка 5 минут. Поставьте себе цель 5 минут только таких волн. То есть продрюкивайте, прорабатывайте ту или иную технику. Тогда она будет вашей родной. Но это когда вы работаете один. А представляете, сколько вам труда нужно затратить на то, чтобы ваша команда тоже выглядела синхронно и технично. Поэтому не ленитесь. Смотрите видео, задавайте вопросы, не будьте пассивными. А мы с вами прощаемся, увидимся на следующих видео. Пока!